Вышел, что ли? Чего ж не радуешься? Я бы на твоем месте прям бежал бы отсюда. Эй, батя, от зоны не убежишь. Вышел, посиди, подумай. А там Москву, Москву. Так ты, значит, в Москву? Так, типа Хохма. Я на родину. А это такая дыра! Должок надо забрать. Ну и есть мент один, который меня спеленал и сюда причалил. Бык называется. Встретить его хочу. Зарежешь? Круче. В рожу плюну. Я одно понять не могу. Ну продали халупу, как ты из нее валить-то отказываешься? Она ж продана. Я ведь за пацанов болею. Они спортом здесь занимаются. А там улицы. Первотерцев таких, как вы. Я тебя не понимаю. Ну, отмочкуем мы тебя. Навар-то где? Это спорт. Какой навар? Пацаны растут. Я тебя не понимаю. Давай. Погоди, погоди. Спокойно. Давай не при пацанах. Ну-ка, давайте, ребят, домой. Бегом, бегом! Бегом! Быстро, я сказал! Ладно, мне пора. А что мента так странно зовут? Бык. Это, бать, фамилия такое. Бычара. Ненавижу. Небось, у него все хорошо? Да, приподнялся, думаю, не шутейно. В прежние времена ты бы у меня лег. А где твои? Где твои прежние времена, а? И вот этот мент, батя, мне всю отсидку испоганил. А сел-то за что? 158-я, 3-й, литера В. Это что значит? Кража со взломом. Украл, значит, и взломал. Я! Оболгали, подставили. План выполняли? Да, вот как у нас бывает. Ай, да. Ладно. Пошел я. Звать-то тебя как? Шпиндель. Чего? Шпиндель. Прощавай, мужик. Насчет прокатиться. Так и я могу. Да на раз. Чего? Плюхайся. Я поеду, мужики. Бегает еще старушка. Thank you.
освободился? Ты, брат, глазаст. За что мотал? Ну, ты же знаешь историю страны. Ты понакупит джипья все по боку. О, гляди. А ну вылезай, вылезай, козел, я сказал, вылезай. Гаишники как ждали. Что вы делаете? Да толку с этих гаишников. Сейчас зароют мужичка под музычку. Устал я на это смотреть, собака. Ну, а что сделаешь с ним? Пристегнись. Чего? Пристегнись, говорю. На поле там играхотали. Мама дорогая! Ну все, мужик, я пошел. Пока. Да, и тебе советую валить. Твою мать! Ты че это? Карма, начальник. Чего? Ну, карма. Судьба, значит, типа того. Какая судьба? Водитель где? Я не в курсе. Может, он вылез? Тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Я здесь посижу. Иди вот. Правее машину. Водитель кто? Ребят, в натуре. Не в курсе. Мужик, что ты гонишь? Тихо. Да, я в натуре. Ну, я освободился. Вчера. Справка. Есть. Показать? Давай. Шпинягин, Василий Д. С поезда сошел, взял точилу, думаю, сейчас после автозака, то сейчас с ветерком прокачусь и... Тачка-то в угоне. Ну все? Че? Попал ты, мужик. Ты сидишь в угнанной тачке, которая только что произвела ДТП. Чего непонятного? Ребята, че вы? Че, блин? Статью уже нарисовали, что ли? О, долго ли умеючи? Сиди тихо. Идем посмотрим, что у тебя там. Гляди. Блин, козел. Слышь, а это где? Где он, жабы? Ты фамилию его хоть записал? Записал. Шпинягин Василий. Отчество как-то на «Д». Ну что ты как мальчишка, а? Дон Кихот недорощенный. Так а чего они? Чего они? Ну они купили, понимаешь? Купили базу твою, а ты уходить не хочешь. Нет, ты, честное слово, не понимаешь таких вещей, которые моему Мишке ясны, как божий день. Ну в спортшколе тебе место для секции давали? Директор тебе не подошел. Это ворюга. Ну он у тебя воровал. Ну государство. Тебе-то что? Ворюга. Ладно. Ну а в клубе? Подвал выделили. Ж полгода не продержался. Так выжили меня оттуда, ну? Ай, выживешь тебя. Ты сам кого хочешь выживешь. Из ума. Нет, тебе точно. Тебе точно нужно на ходулях научиться ходить. Зачем? Будешь длинный, как Дон Кихот. Ну, Зоя, знаешь ли, может, я ростом и не вышел, зато внутри я крепкий. Мишка-то как? Как? Полночью успокоить не могла, после того, как тебя отметелили. А мне к 8 на работу. Ты говоришь, замуж. Зои, батончики полбулки. Нет уж, милая, я уж тут как-нибудь сама. Гони ты его, воздыхателя. Проходу уж нет. Так я сама решу, кого гнать, кого не гнать. Съела. Андрей, я тебе уже говорила, в эти твои планы по начальству ходить правду искать я не верю. Ну, пожалуйста, не надо. Иди уже, а, чудак-человек, мне работать надо. А я совсем чудак.
Ну, совсем не то слово. Ты же сама Мишке говорила, чтобы хотела, ну, чтобы он на меня был похож. Это он тебе сказал? Mm-hmm. Слушай, ну, ребенку нужно показывать недостижимый идеал. Это педагогика. Ну, чтобы он к нему тянулся. В надежде, что не совсем дотянется. Андрей, я тебя очень прошу, иди уже, а. И давай без намеков, ты ему не отец. Значит, хоть в чем-то на идеал-то я похож. Немножко на идеал ты похож. Все, иди, идеал. Дорогая, ну что ж за день ты такой? Ой, я ничего, ну больно же. Слушай, я извинился, да? Извинился? Что тебе еще нужно-то? Не загибай на холодное. Я тебя извинил, а то ты в драку полезешь. Иди, дядя, иди, охолонь. Здравствуйте. Ой, гарная какая. С груди что? Звезда моя, с этим городом что-то сделалось, пока меня не было. Дома стоят вроде те же, а народ решительно переменился и, заметь, не в лучшую сторону. И давно тебя не было? Скажем так, отлучка моя была продолжительна. Но я вернулся, я полон сил и намерен жить хорошо и долго. Такая программа годится? Сойдет. Бутылку? Да. Кефиру. Ойли. Хорошо. Я не похож на заядлого кефиромана. Звезда моя, там, где я был, кефир не подает. Ну и где ты был? А что думать? На Северном полюсе экспедиции я... Врешь? Конечно, вру. Это же... Да нет, не может быть. Нет, может. Точно. Не, ну вот точно. Не, ну точно ты. Ну, шикарная актриса. Ну очень популярная. Но я забыл фамилию. Ой, да ну, ладно, не, врать. Ну точно ты. Вот сейчас не вру. Я честен, как присяжный, прям как прокурор. Хватит. Точно. Ах ты. Зоя, да? Я зайду вечерком. Сейчас у меня маленькое дельце, мне надо его сделать. А потом я буду решительно свободен. Решительно, так я зайду. Ну, зайди, если хочешь. Вот. И мы посетим какое-нибудь яростное кафе. Я надеюсь, в этом городе осталось еще какое-нибудь яростное кафе. А? А если я не люблю яростное? Я люблю, чтобы тихо. Гарантирую, будет яростно тихо. Будь сделано. Ну, ладно, давай. Сойди, коли не забудешь. Интересный мужик. Кого-то он мне напоминает. Он еще влюблен? Тип того. Давай, давай, иди. Так я зайду. Так я зайду. Я зайду. Ты, ну-ка иди сюда. Мужик, ну не гони, я же извинился. То есть ты передо мной извинился, никто никому ничего не должен. Я мимо иду. Ну-ка стой, посмотри на меня внимательно. Узнаешь? А? Мама дорогая. Не может быть, не верю. Стоять! Не, ну точно. Вот не зря в бане бабы тазиками кидались. Не к добру. Заткнись, шпиндель. Ну, кому шпиндель, а? Кому и Шпинягин Василий Дмитриевич 64-го года рождения, гражданин РФ. Ну и что ты здесь делаешь, гражданин РФ? Так вышел, начальник. Освободился. Все по суду, все по закону. Справочка имеется. Показать? Руки. Руки.
А почему так долго? Тебе же 3 года дали. Так, 3-шник дали, потом накрутили, потом докрутили. Вот вчера вышел. Опять дурака свалял. Карма, начальник. Сам-то как? Чья-то рожа битая, а небось полковник уже. Да капитан. В отставке. Как? Погоди. Погоди. Что ж получается? Тебя, значит, сначала разжаловали, а потом... Того? Выперли. Ну, я бы на твоем месте особо не радовался. А приложил максимум усилий, чтобы не попадаться мне на глаза. А то что? А то-то. В тяжкой форме. Уйди! Погоди. Не, погоди. Так это что, ты вроде как в Зойку, в звезду мою влюбленный, что ли? Чего? Ну ты тут не того. Погоди, дай договорить. Я ж весь срок мечтал до тебя добраться и в морду тебе плюнуть. Я ж извелся весь. И вот добрался. А плевать-то не во что. Уйди, по-добру, по-здорову. Да Бога ради. Уйди отсюда. Да, я пошел. Чего ты делаешь? А? А что происходит-то? Шпиняги Шпиндель с зоны нарисовался. Ну а вам-то чего, Андрей Ильич? Ну как, хочу проверить, чего он задумал, морда. А на каких основаниях? В смысле, я не понял. Ну, какие основания имеются, чтобы вы его проверяли? Ну, как же, ну вообще за. Ну никаких. И чего? Ну вот именно. Ну, Андрей Ильич, ну, вы уж который год в органах не работаете, а? А это, извините меня, партизанщина. Ну, я понимаю, что я у вас еще и в секции был, и на службу вы меня привели. Ну, я-то ладно. В управлении узнаю. Ну, кончайте, правда. Вот что, неприятность. Кто сказал, откуда знаешь? Ну-ка. Да никто не говорил, вы в зеркало-то видели себя сегодня? А чего? А, да, было дело. Слушай, я к Бутурину хочу пойти. Может, он поможет как-то. Мальчишек ради, мне-то ничего не нужно. Бутурин? Бутурин поможет. Кто еще поможет? Когда догонит? Не советуешь, да?
Да ты пойми, мне деваться некуда. Если секцию закроют, мне хоть в петлю лезть. Плевать им на вас, извините. И на меня плевать им. Они все захапывают. Вот именно захапывают. У всех, а значит, и у меня. Нет, я к Батурину все-таки скажу. Молчи, ничего не говори, я так решил. Молчи. Ну вот, опустил. О, и баба с полным тазиком. Здрасте. И вам не болеть. Ты смотри, стоит хибара. Я думал, давно раскатали уже. Чего тебе? Бабонькам, пионерский ядерный. Привет. Тазик дома? Да вроде не сдох пока. Васька, шпиндель ты, что ли? Розенька, звезда моя! Не могу сказать, что ты сильно изменилась, меня и самого-то узнать трудно. Рад. Поклон нашего, я к Тазику. Валяй. Валяем. Балабол. Хорош. Изменился. Да? Сильно. Разрешите намек, доктор? Шпинделем зовусь. Да узнал я. Проходи давай. О! Ландшафт не сильно изменился. Ну, привет, Варюга. Осторожней. Не при делах я. Ой, 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 не при делах. Ты кому поешь? Ты вон в окошко пой, нам денег подадут. Давно? Вчера. А ты трюшку на три раза раскатал. Ну, карма. Вот осматриваюсь. Ни одной знакомой рожи, кроме ментов. Поможешь? Чего надо? Чего надо? Пожить, Тимоненька. Ну и... Сам догадаешься, как Сальник-то поживает. Он мне денег должен. Ну, чего ж ты ко мне приперся? Ты шел бы сразу к нему. Нет, спасибо. У него, говорят, дела после моей посадки в гору пошли. Не кисло он приподнялся. Но, ну, давай сам расскажи, чтоб я как щенок не тыкался, ну. Да сядь ты, заради бога, не мельтеши за спиной. И молчи, балабол. Не называй ты его сальником. Не почина ему нынче. Васалов Вячеслав Святославович. Как? Гонишь? Хе-хе, че, в натуре? О, ничего, семечко. Ну ты выучи, если свидеться придется. Он весь город держит. Ой, зря ты приехал. Ничего тебе не обломится. Сальник всех старых друзей забыл, почувствую. А новых у него нет. Ему и так все должны. Берут меня сомнения, что он вспомнит, что сам тебе должен. И чё? Не подъехать, не наехать? Чё делать-то? Сунутся здорово. Может, обломится? Ну, на хроняк по морде дадут, не привыкать. Только вот что тебе скажу, ежели с первого раза не обломится, уезжай. Не будет покоя тебе тут. Тебе хоть есть куда ехать? Я ж сирота, ты знаешь. У меня, брат, только тетка была. Да и та уже тогда была в годах, не знаю, жива ли. Так что ехать мне некуда, делать мне нечего. Ладно, попробую с дуру сунуться. Может, у него совесть проснется? Чего? Ну, есть, говорят, где-то. Но, правда, ее никто не видел. Ну, может, она... У меня чалиться негде. Вот ключ. Коллективный сад помнишь за речкой? А, ну да. Улица Чайковского, дом 8. Знакомый въехал. Просил присмотреть. Хибара, конечно, но жить можно. Ну, ты присмотришь.
Держи. Теперь вали. Сало хочу. При том, что бормотухи такой никто не ждал. Нет, ну турбазе это и цена грош да вошь в придачу. А ментяра этот уперся, как будто право имеет. У меня на руках документы, а он... Идиот какой-то. Вячеслав Святославович, я не знаю, что делать. Убить его, что ли? Да. Трудные нынче времена. Ну так а с ментом-то что делать? Слушай, а это моя проблема? Ну, нет. Ну, ты сам и решай. Так шум будет. А ты решай без шума. Кстати, что там у тебя сегодня с джипом стоит? Уже настучали. Ну, Сашка ехал, в него какой-то дурик вляпался. Тачка в угоне, сам сбежал. А внутри какой-то идиот сидел, ну, на вокзале тачку взял. Пока мы плюхались, тоже сбежал. Ищем? Ищите, ищите. Трудные нынче времена. Гена, подойди сюда. Посмотри, видишь этого придурка? Mm-hmm. Если он сейчас к нам полезет, избавься от него. Просто прогони. Прогони просто. Mm-hmm. Только не бей. Не хочу его видеть. А кто это? Ну, иди. Работай. Понял. Трудные нынче времена. Там блатничок у ворот топчется. Папа будет просить. Все, гоните по-тихому. Не бить, но чтоб не возвращался. О! Здорово, мужики. А можно вашего хозяина, как это, Вячеслава Святославича, прости господи? Иди, иди. Сейчас ребята организуют. Да, я вижу. А кто это? Ну, так, чтобы знать, на потом. Человек из прошлого. А прошлого у меня нет. Разумно. Знаменитый когда-то был на весь город блатняк. Шпиндель погонял его. Васька Шпинягин. Шпинягин, точно. У него же еще была справка об освобождении. Ну, мужик, который в тачке сидел, которая мне джип разнесла. Что, серьезно? Вячеслав Святославович, если вы позволите, я хочу с ним поближе познакомиться. Надо же концы найти, а ну, затвисть разворотили. Ну, познакомься. Я, можно сказать, вашему Вячеславу Святославовичу старый приятель. В некотором смысле друг, можно сказать. Вали отсюда, друг. Не, ну можно хотя бы передать, кто заходи. Вали. Тебе сказали, вали отсюда. Да, кто на что учился. Быстро! Нашли мужика того и ко мне его, быстро, мухой! Эй, ты!
болтать ты всегда умел. Понял. Отбой. Сбежал. Это жаль. Буторину надо звонить. Пусть найдут его. Андрей Ильич, ты пойми, невозможно это, не получится. Ну, купили люди, теперь это их собственность, понимаешь? Собственность. Ну, как я тебе помогу? Ну, разве что выкупить у них эту турбазу и подарить тебе. Нет, она, конечно, хорошо бы заделаться меценатом, только у меня таких денег, сам понимаешь. Ну, что ты смотришь? Ну, нету. Они владельцы. Знаешь, ты прям как они говоришь. Собственник, владельцы. Они бандиты. Бандиты! Андрей. Феногенов этот, да его с таких ногтей знаю. Щенок. Гена, кличка, в курсе? Посиди минуточку, я, Андрей Ильич, я сейчас. Посиди, посиди. Да. Говори мне быстрее. Здорово, Сергей Сергеевич. Что ты ко мне со всякой ерундой лезешь? Знаешь, что у меня сейчас в кабинете сидит? Бычара твой достал меня уже. Тут еще глупости какие-то. Ну, знаешь, джип разбил, а ты не гоняй. Не ты был шофер? Ладно, поищу человечка. Как фамилия? Угу. За тобой должок. И звони пореже. Пенягин ВД. Что-то знакомое. Так это дружок Васаловский. Сидел, вот недавно вышел. А ты опять все знаешь? Эх, Андрей Ильич, такие-то способности, да в мирных целях. Да цели у меня всегда были правильные. Не то, что у некоторых. А ты на кого сейчас намекаешь? Нет, ты говори. Если намекаешь, так договаривай. А что тут договаривать? Ты же с Васаловым дружочки водишь. Нет, разве? Разве я не знаю? Андрей. Сережа, мне-то врать бесполезно. Васалов, уважаемый гражданин. Да, было у него прошлое. У кого его нет? У тебя его нет. Чего ж тебя тогда со службы выгнали? Так ты же меня и выжил, собака бешеная. А вот за это ответишь. Че, боюсь тебя, что ли? А? Боюсь я тебя. Да у меня все было. У меня мальчишки были. У меня секция была. А твои дружки у меня сейчас все оттяпают. И на турбазе бордель устроят. А ты первый будешь туда париться ездить. Ну, ну, пошел вон отсюда. Тоже мне проситель нашелся. Во, я тебе помогу. И никогда в жизни я тебя не помогал. И то, что я тебя отсюда выпер, да, правда. А как я ловко всех развел, что ты виноватый оказался. И знаешь почему? Потому что я таких, как ты, ненавижу. Потому что ты идиот. Любой, кто вот за эту самую правду сражается, идиот. Победить в этой борьбе нельзя. Вот приличным людям жизнь подпортить очень даже можно. Вот ты мне жизнь портил, вот я тебе наличкой и отплатил. Да. А я знал, я точно знал, что жена тебя бросит. И детишки от тебя разбегутся, да? Чего ж ты сейчас с пацанами-то, секцией-то занимаешься, а? Компенсация профуканной жизни? Урод ты! Пошел вон отсюда! И ноги твои больше в этом кабинете не будет! Пошел вон! Пошел вон! Ты придурок! Она в другую сторону открывается. На себя, понимаешь? На себя, на себя. То, чего ты никогда понять не мог. Жить нужно на себя, понимаешь? Для себя. Вот так же и дверь. На себя, а не от себя. На себя, говоришь? Нет. Не всегда на себя. День открытых дверей. Светочка, идите домой. Идите, идите. До завтра.
Гена, Буторин говорит. Я знаю, что ты видишь, помолчи. Ты просил добро по поводу этого быка. Так вот, даю добро. А трупов нельзя? Жаль. Сделаем. Ой, прости, мужик, прости, я не нарочно. Надо же аккуратнее. Прости, я... Опять ты, сволочь! Ты чего здесь делаешь? Что, не видишь? Поддерживаю материально русский фастфуд. Бессмысленный и беспощадный. А ты куда стоять? Туда? Куда не ходят поезда? А я... сказала. И вообще, сегодня я, возможно, буду занята, наверное. Тогда где Андрея пойду? Че мне дома-то одному делать? А ты книжку почитай. Издеваешься? Так, я сказала домой. Значит, домой. Ну и что ты успел натворить? А, даже после отсидки не можешь вести себя по-человечески. Здравствуй, Воля, уже обезоны начались. Сам ты чё линял? Тоже успел начудить. Ты смешной мужик, бычара. Чё натворил-то? Какая разница? А ты куда идешь вообще? Я же говорил, тут рядом. Ну, пошли, что ли. Звезда моя, я пришел. Да я уж вижу. Послушай, так нельзя вот это вот. Кто сказал? Я сказал. Приветствую. Слушай, хотел с тобой посоветоваться, только без этого. Не, ну упасть не приподняться. Слушайте, а давайте вот эту страну советов отложим на завтра. А сегодня мы с Зоечкой сделаем так, как договаривались. Немножечко кафе, я гарантирую полную тишину и покой. Вот что, ухажеры, идите-ка вы отсюда оба. В следующий раз приходите как-нибудь поодиночке. А то я снова решу, что мне 16. В это время за мной косяками бегались, поэтому... Вас двоих будет недостаточно, я снова расскажу. Не, Алё, ну иди, погоди. Иди. Ну, я хотел посоветоваться с тобой. Мальчик, не, ну, Алё, ну погоди. Большая девочка. Мне вот этот цирк на ходульках совершенно не нужен. Магазин закрывается. Погоди. Закрывается. Слушай, Диду, ну что ты здесь делаешь, а? Живу я оттуда, сынку. Как так живешь? Погоди, у тебя же квартира была. Жена, дети, ты же своей семьей так гордился, аж светился. Да-да, была. Была жена, была квартира, а потом жена ушла и забрала квартиру и детей. Вот так. Хотел пошутить, да как неохота. А ты чего здесь делаешь? М? Угу. А у меня после твоей
посадки с твоей легкой руки. Добрые люди тоже комнатку отпилили. Даже в моем бараке дефицит жилья оказался. О, старый приятель дал ключик от своей хибарки. Перекантуешь как-нибудь. Хм. О, Чайковского, дом 8. Я пришел. Это прямо издевательство какое-то, ну. Слушай, ну что я еще должен сделать, чтобы ты не стонал всю дорогу, а? А вот мой дом. Здесь я живу. Да ладно. Гонишь? Отвечаю. Так мы что с тобой, соседи получается? Это ёкарный бабай. Надо ж подсурокало. Ладно, я спать. А ты паси меня. Всю ночь сколько влезет. Аривидарчи, бомбина. Только смотри, чтоб по дачам не лазать. Слушай, опер, а че ты меня совсем за фраера держишь, что ли? Я по какой причине сюда приехал? Должок вернуть, мне бы денежки свои забрать, а тут же я взлечу на тракторе. А по дачкам тырить ниже плинтуса. Не бэ, не полезу. Ну-ну. А? Как живут нормальные люди? Да. Не ахти. Чудеса в штанах. Че ты щуешься? Работал ты. Ну давай, кидай. Ну что, идиотина, совсем лихнулся? Спалить меня решил? Упасть не приподняться. Э, матерь! Нина, я тебя урою, урою! Это Андрей! Слышишь? Это Андрей! Это не он! А ты как здесь? Я как раз к вам шел, дядя Андрей! Я все-все видел! Вот всю жизнь думаю, но откуда свидетели берутся вечно? Вон, эти бутылки жгли, и они туда вот убежали. Тебя как звать, пацан? Миша Синицын. Мишка Синицын. Где это Синицын? Где у вас вода? Отсюда тушить надо, а то полыхнет сейчас. Как они выглядели? Один такой посильнее, а другой помоложе. Ну, они это, хотели поджечь дом, кинуть, а дядька их задержал, но они убежали. Ну, а ты совсем тупой. Надо было мне сказать, я бы их скрутил. Ты что, бычара, совсем меня за мартышку держишь? Ты же мент, хотя в отставке. Дядя, ты скажи спасибо, что я со шконки слез. А то была бы сейчас, враги сожгли родную хату. И был бы ты бычара жареный. Или копченый. 350 кило. Ладно, все. Спасибо. А теперь вали отсюда. Дядя Андрей, ты че? Слушай. Я же тебе сгореть не дал. Давай иди в дом, быстро. Я вообще тоже помогал. Живо в дом! Знаешь, тебя жалко. Ну, опять сбежал? Сбежал, и что? Пойми ты, мать поди вся изволновалась. Она же мать. Что, я просил ее, чтоб вот так вот было? Как так? Дядя Андрей, тебе же мамка моя нравится.
женись на ней, а? У тебя же жены нету. Я бы тебя папкой звала. Мы бы везде ходили, чтоб пацаны видели. Они увидят, ну их наплевать. Дядя Андрей, женись, а? Мы бы вместе в парке на лодках были. Мы бы грели, а мама сидела и смеялась. Знаешь, как она редко смеется? По ночам плачет. Плачет? Ах ты. Знаешь, как я ее люблю? Ты тоже. Я знаю. Тетя Андрей, женись, она плакать больше не будет. Ах ты, воробушек. Мой маленький. Ах ты, Господи. Ах ты. Ладно, давай спать, что ли. Не хочешь? Я-то хочу. Я-то хочу. Но как тебе сказать? Не все так просто. Так и знал. Все у вас, взрослых, сложно. А мне как пацану всего-то надо, ничего. Ну-ну. Все. Есть будешь? Ну, тогда спать давай. А я матери позвоню. Успокоюсь, что ты здесь. Чтоб не волновалась. Чего волноваться-то? Она знает, что я у тебя. Ну, тогда давай спать. Спи, спи. Зоя, привет, это я, Андрей. Слушай, Мишка у меня нарисовался. Я его спать уложил. Не тащить же его в город, на ночь глядя. Слушай, хотел тебя спросить, как ты? Что значит, как ты? Сейчас на кухню выйду. Андреич, поздно. Я спал. Какой поздно, Игореша? Я звоню тебе по делу, и мне нужна твоя помощь. И уже завтра. Мне нужен ответный ход. Подождите, какой ход, а? Ну почему ответный? Меня только что пытались спалить. Хотели бросить коктейль Молотова в дом. Кто пытался? Зачем? Это и надо выяснить. Короче, узнай, когда и где. Я могу увидеть Буторина. Я так понимаю, в отдел меня уже не пустят? Нет, вас не пустят. Там такой тарарам творится, это же не описать. Вот именно. Тарарам. Тарарам. Не получилось у них, чисто случайно. Ладно, короче, профукаешь. На похороны не приходи, слышишь? Меня только что пытались убить. Все, пока.
случилось? Банальная ментовская жизнь. Спи давай. Чего начальник-кричальник? Чего надо? Ты зачем сказал, что жалко? Да ты совсем стал, как я. Один как пень, злющий, как собака. Рычишь, как будто кусать сейчас будешь. А собака, когда не боится, она не рычит, она просто кусает. А ты рычишь, значит, боишься. И чего же ты, я боюсь? А чего все боятся? Смерти? Нет. А вот подохнуть в одиночестве – это да. Я же говорю, ты совсем на меня похож. Но я привык, я всю жизнь один. А ты не привык, поэтому и рычишь. Чего оботрешься? Ну, у тебя-то все в порядке. Хохма на хохме. Так клоуны ж не плачут, работа не та. Вот гляди, я по кривой дорожке топал, а ты по шоссе прямоходом дул. Пришли в одну точку. Такая наша жизнь. От каждого по способностям, каждому по мордасам. Будешь спорить? Не буду. У тебя тоже совсем никого? Я как в брюхе у кита. Я аж полудетдомовский, интернатский. Не рвалась маманя с детем цацкаться. Она, видишь ли, строгая была, правильная. И сама меня в детприемник привела, чтоб воспитали. Ну, меня и воспитали. Маманя-то жива? Нету. Как раз я на малолетке был, в шизняке чалился. Это такая история была. Я ржал, как подорванный. Хочешь, расскажу? Не хочу. А ты чего не спишь-то? Лег. А что, жрать так захотелось? Давай чего-нибудь принесу. Не надо. Пересидел. А ты иди, иди. Ты пацан там. Иди. Иди, иди. Сладких снов тебе, начальник. Что значит ты кинуть не успел? Я за что вам деньги заплатил? Там менты были, кричали: Летеха, заходи. Ты сколько сам этих ментов видел? Ну, видел? Я за что вам деньги заплатил, уроды? Все вернете, все до копейки. Понятно? Щенки поганые. Вы сначала зарабатывать научитесь, а потом тратить. Козел. Михаил, ты не прав. Ну, побудь ты хоть вечер с матерью. Ну, ей-богу. Не век же здесь околачиваться. Гонишь ты мне, гонишь. Слушай, глуп разговор ни к чему не приведет. Ладно, побежали на маршрутку, это опоздаем. Где ты этих хулюков откопал, что дурного мента подпалить не смогли? А ты что, думал, что я наших пошлю, что ли? Ты не забывай, он хоть и бывший, но мент. Так мелочь подрядил шпану. Я думал, они управятся, они облажались. Ладно, ладно. Пацанов сегодня рано не отпускай. Вечером поедем, сами прокатимся. Да? Понял, Вячеслав Святославович, понял. Жду.
Шеф 2 будет. Интересно, почему он не любит, когда ты его шефом зовешь? Не знаю. Какой-то коммунистический пережиток. Ну, ты коммуниста нашел. Ну, коммунист не коммунист, а пережиток – это точно. Но пережиток этот мы переживем. Ген, ты потише, что ли, а? А что? У этих стен ушей нет, сам проверял. Хотя ты прав, шуметь рано. Девель, ты чё стучишь? Чё? А, сам не знаю, чё постучал. Короче, нарыли приятеля того урюка, который въехал в меня. Да ты что? Есть такой Лёха Тазиков. Семь ходок у него. Тазик. Старый хрыч. Как же слышал. Поехали. Ну погоди, а шеф? Успеем. Тазик мухой расколется, гарантирую. Ну, поехали. Игорь, за руль. О, наши вам. Тазику поклон. А чё ты мне не радуешься? Радуюсь, я радуюсь. Чё припёрся? А ты меня ждал. Ну что, свиделся вчера с сальником? Да, взлетел на тракторе. Слушай-ка, сначала грели, потом гоняли. Обещаю тебе старому дураку. Чё происходит вообще? Пришел, понимаешь, солдат с фронта, а тут какая-то возня в непонятках. А какая именно сейчас непоняток тебя интересует? Скажем так, от плинтуса до табуретки. Дальше можешь не петь, дальше я не долез туда еще. А тут пещера Лихтвейса. Мне надо с сальника деньги получить. Где его достать? Дай наколочку. Ты помнишь, что у меня справа под лопаткой наколото? У тебя все наколочки. И с ней не бывает. Че, полный швактер? Поздно ты очухался. Хотя, может, пофартило. Ты думаешь, я сам не при делах оказался? Да я шкурку спрятал. Пойми, Вася, все мы сейчас здесь не при делах, кроме сальника. Давно уже, 10 лет. Из старых, кто не понял, тот на кладбище съехал. Аллея героев. Ты, кстати, сходил, прогулялся. Памятников понаделали. Хоронить у нас научились. Но вот жить пока нет. Ну, тебе совет. Вась, не суйся ты к Сальникову. Он мне денег должен. А ты прости. Вот на эту сумму прости. Слушай, звезда моя, сверим показания счетчика. Тебе по шарабану, а я попробую. Где мне можно его как бы подловить? Ну, случайно узнай. А я тебе наличкой по спасибкую. Но никто же не узнает, что ты мне наколку дал. А? Ну, Даш. Где этот попугай говорящий? Чего? Ну, мобилу не видел мы. Да что ли? Посиди, в общем, пока я прогуляюсь. Опять заходили к тебе? Не к добру, Алексей. Я сам знаю. Думаешь, мне нравится? Мам, привет! Заходи. Что так долго? Думали, работаешь? Извини за вчерашнее. Мам, там дядя Андрей? Такой крутой сосед объявился. Длинный такой, смешной. А знаешь, он даже дядя Андрея спас. Что?
Что значит спас? Да ерунда, не слушай. Ну, Михаил, чё ты? Эх, да ты. Ладно? Он такой храбрый, да? Мам, мне он так понравился. Вот это я понимаю. Хороший мужик. Да. Что все это значит? Ничего. Ровным счетом ничего. А ты чего, собралась куда-то, да? Да, собралась. На свиданку, так сказать. На кладбище? Ну, а куда мне еще ходить-то? Что смотришь? Ты так говоришь, как будто я виноват. Нет, не виноват. Никто не виноват. Убили человека. Пристрелили, прямо в машине сожгли. Никому нет никакого дела. Спорить будешь? Не спорь. Я видела, и никому это было не интересно. Ну, зато теперь в любое время суток я знаю, где мой муж. Ты Генку помнишь? Генку. Этот сопляк с Тарасовки? Ну, был сопляк, теперь вырос. Ну, Сальника теперь главное на подхвате. Ну, между делом кафешку держит. За вокзалом там на окраине, ну, ты знаешь. В общем, Сало там сегодня стрелку набил в 2 часа. С кем, не знаю. Сгоняй, быть неудачу. Только смотри, если не выйдет, ко мне не возвращайся. Надоел. Чё ты совсем не рад мне? То ли я тебе чужой, то ли Сало вас всех так запугал, что... Да мне уже бабка, вон соседка, поет, что не к добру ты приехал. Брошу я все, брошу кедрень и фини и эмигрирую. Куда? В деревню. Хоть в баньке попарюсь, пока вы тут перебеситесь. Давай. Пошел. Черт. Здрасте, Андрей Ильич. Прям как штирлиц, честное слово. Да, только мы не в Германии, а в родной стране. Ну, Андрей Ильич, ну не надо опять. Ну, я узнал. Узнал? Чего ты узнал? Давай, говори. Я случайно услыхал. Ну, вы же понимаете, что должностное преступление... Вот и борьба с должностным преступлением стала должностным преступлением. Ну, Андрей Ильич, ну не начинайте опять, а? Ну, все. Я этого уже наслушался. Ну, все. Под завязку. Буторин едет сегодня на встречу. Один. Так. Это может значить что угодно, но он проговорился Сидорову, что будет в 2 часа дня в кафе за вокзалом. У Гены Финогенова. У этой мокрицы. Ах ты гнида, тварь, сволочь. Ну и чего? Интересная встречка. Интересная. А с кем? А вот это я не знаю. Андрей Ильич, я пойду, ладно? Буторин на вас такой зуб поимел, я... Не дай бог увидит кто. Меня ж съедят живьем. Да. Иди. Спасибо тебе. Только... Я все. Могила. Никому. Спасибо тебе, Игорёша. Здорово, старая. Ты нас не видела. Здорово. Да здоровее видали. Че? Да ничего. Вышибут тазику мозги и по делам. Не пущай в дом рвань всякую. А че это тебе Лешка дался? Якшается со всякими. Зачья рвань. Сама-то сколько отсидела? 23. Кто бы говорил, зачья рвань, можно подумать. Фу. А мозги ему таки вышибут, помяни слово. Здорово, Тазик, узнаешь? Я-то думал,
Сегодня сон сегодня нехороший снялся. Но видишь, с четверга на пятницу вещи выходят. Что снилось? Вот иду я полем. Дерево впереди, вот сбоку немножко, я так... Ну все, все, хватит, не надо. Ну-ка, доложись. Шпинягин у тебя появлялся? Василий который? Появлялся. Сам сдашь? Или время будем тратить? Сам. Сам сдам. Ну, я же говорил, мухой. Тазик, Тазик, вот от того ты мелкой дешевкой и помрешь, что с пустыми людьми знаешься. А кто у нас сегодня пустой? Это ты сейчас на меня намекаешь? А я еще что, намекаю? Ген, не опоздаем, а? Не журись, Журов. Опаздывают только лохи и машины скорой помощи. Мы нет. Если надо, будет часы на зимнее время переведем, но будем вовремя. А ты что, сможешь на зимнее? Скоро я все смогу. Откуда я знаю, что он может сказать? Потрясем, увидим. Может, он водилу этого видел, напишет, нарисует. Не знаю. Кто-то мне ДТПшник это должен возместить, вот и все дела. Так что, Девин, когда шеф уедет, поедешь на чайку. Посидите, подождете, он явится. Лады, поедем, проверим. А мы с Журовым вечером к быку в гости заедем. А ну, тормози. Ну, чё? Ты чего? Да что ты меня проглючила? Че, с бодуна, что ли, проглючила его? Поехали. Всем лежать по стойке смирно. Так, ребятки, давайте, столик тащим туда для шефа. Сказал, хочет на веранде. Публики, чтобы никого не было. Кто проявится, по сапатке. Я у себя. Дивель, что ты пялишься сегодня вечно не туда? Там мужик был. Где? Да вон там. А ну, сходи, посмотри, давай. Ну что там? Да глюк у него, здесь чисто. Ну в будке посмотри. Угу, понял.
Так, все сюда! Быстро, 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 быстро! Давай, давай! Не шевелись, идиот. Коснешься кумполом до этой штуки, всю жизнь будешь ходить кудрявым. Ты что-то делаешь? Дело делаю. А тебя каким ветром надуло? Погоди. Меня сейчас Кондратий хватит. Добрый день, Вячеслав Ярославович. Здравствуй, Дина. Пойдем пока, да, Садик. Прошу. Сальник, гад, не подобраться. Значит, как только он приедет, кофе. Ну, а мне, как всегда, чай зеленый. Понял. Как твои дела? Ой, да строители деньги мечанут. Ну, ничего, мы дожмем. Да, трудные нынче времена. Mm-hmm. Ну, ты дожми, дожми, да. Чтоб завтра все было. Понял. Пойдемте. Ну, так что ты здесь делаешь? Да вот с этим кренделем хотел перетереть. А ты что здесь делаешь? Да вот хочу запечатлеть этих красавцев навеки вечные. Бычара, ты прикольный. А тот не знаешь, что нынче все повязаны. Знаю, знаю. Знаю. Только кое-кто утверждал, что такого быть не может. Ну да. В чем проблема, Сергей Сергеевич? Люди просят поделиться. Ну, ты сам понимаешь, Вячеслав Святославович, о ком я говорю. Ну, поделись. Твои люди, ты и делись. Они много хотят. Фантастики начитались. Тут, мне кажется, другая история, дорогой Вячеслав Святославович. Кто-то там наверху напел про наши дела. И выходит так, что мы здесь имеем много, а с ними не делимся. Да, трудные нынче времена. Ну, что будешь делать? Что думаешь? Есть у меня одна идейка. Только вначале нужно выяснить, кто тут про нас такие сказки рассказывает. Ну, давай посчитаем, откуда такой пивун нашелся. Интересно, а который из них тебя спалить хотел? А? Или, может, оба? Может, и оба. Сволочи! А! Да не шуми ты! Бычара, ты чё бодаешься? Ах ты! Ну, вот по всему выходит, что это кто-то из твоих. Ну, знаешь, с таким же успехом можно и из твоих. Ты видишь породу своей профессии. Не любишь своих доверять, да? Я вообще никому не доверяю. Ну, это перегиб. Может, я, может, другие, может, и третьи. Будем подумать, как говорят в Одессе, да? Че, думаешь, я не знаю, что ты с Васалова хочешь свою долю получить? Ну, допустим. Только ничего ты про долю не знаешь. Чуть я не знаю, я своими шарами видел. Пачку долеров, 10 тысяч. Туфта, ты молчи и слушай. Я знаю, что вы залезли в дом к Добровольскому. Это еще доказать надо. Так вот, Добро деньги в доме не хранил. Так, по мелочи. Ну, разве что ваши 10 тысяч. Но была у него карта. Какая карта? Ну, карточка, ну. А. Ну, а на ней огромные деньги. Карточку Сальник мог похитить? М? Мог. Я ее видел. Ну, вот видишь, пачкой возле носа покрутил, а карточку и припрятал. А на следующий день ты получил наколку на квартиру этого ларечника. А мне дали наколку, что ты там будешь. Ну... Ну, в общем, избавились от тебя. Моими руками. Зачем? Вдруг еще допетришь, что к чему. С тобой потом рулить. Ладно. Че делать-то будем? Надо выбираться отсюда. Вот так, голубчики. Ты
когда очередной транш наверх отправляешь? Вот этого я никогда никому не рассказываю. Скоро. Кстати, что у тебя там с этим бывшим ментом получается? Ну, ты не обижайся, который бык. Это дурацкая фамилия. Да так, мелочь, ерунда. Ты в эти мелочи моих людей мешаешь. Так что будь добр, изложи детали. Как себе понятнее объяснить? Вот есть люди, которых хочется просто так, не за деньги, а вот так просто. Макнуть мордой в дерьмо и поглубже, поглубже. Он мне дверь в кабинете высадил, все знают. Ну и хочется. Понимаешь, Сергей Сергеевич, я его хорошо знаю по старым делам. Это стойкий деревянный солдатик. Его нужно или сразу на инвалидность переводить, или в землю. А так просто поматросить я бы тебе с ним не советовал. Выплывет и еще нам попортит мазуту. Поверь мне, тут ты совершаешь большую ошибку. Связываться с людьми нужно только за деньги. Давай так, это мои дела и мои мелочи. Слушай, а что ты с ними зарубился, а? Да говорю же, секцию веду на турбазе, с пацанами, ну, спорт, понимаешь? Нет, не понимаю, я еще тот физкультурник. Да, в общем, эту базу купили, как раз эти вассаловские. Ну, и меня оттуда вышвыривают. Ну и плюнь. Это ты, мастер, плевать, а я не могу. Погоди. У меня мальчишки. Погоди. А ими никто не занимается, а только я с ними вожусь. Ну и сам, конечно, оттаиваю понемногу. Короче, базу не отдам, а они меня наверняка грохнут. А ты же говорил, тебе какую-то отмазку кто-то обещал. Не хочу думать об этом. Почему? А знаешь, как он взятку просил? Не просил, а требовал. А сам в УВД сидит. Капитан ядрен, банан. Погоди, мент? Мент? Не верю. Не-не-не-не-не, я не верю, что есть такие полицейские, которые взятки берут. Слушай, ну хорошо издеваться, а? Да я не издеваюсь, я в натуре так думаю, бочара. Подожди. И что, много просит? О, у меня столько нет. А было бы и не дал бы. Менту никогда не дам взятку. О, а ты попробуй. Разок. У меня займи и ему дай. Ну, у другого займи. Я тебе сейчас объясню. Пойдем. Только не кипишуй. Тело, знаешь, что бывает? Я тебе сказал... Слушай, а куда у нас дели с ребятами поехали? СНТ-чайка. А мы куда едем? СНТ-чайка. Черт, как я сразу не додумался. Это Чайковского 6, это Чайковского 8. Лопухи мы с тобой, оба. Поехали бычару кончать. По машинам! Бегом по машинам! Мам, я дяди Шпиндели привел, который дядя Андрея, сосед новый. Ну, я рассказывал, помнишь? Так, ну-ка, иди к свою комнату. Давай-давай. Ты что тут делаешь? Так я в магазин заходил, а мне сказали, ее нет. Тут Мишка Синица, он меня и привел. Ты откуда такая усталая, звезда моя? С кладбища. К мужу на свиданку ходила. Опа. Извини. Давно схоронила? А вон календарь. 2 месяца в животе ему было. Стало быть, 10 лет и 5 месяцев. Да. Кази. Он бы кто? Тебе правду или как всегда? Как всегда правду. Бандит. Молодой был дурак. Раз ты поймешь, что такое жизнь с бандитом. А столько ужас.
Прям восторг? Да. Горел, как пламя. И с ним весело было. Дыхание перехватывало. Вот и я. Задохнулся однажды и понеслось. Он взял и сгорел в одночасье. И все. Ведь молодой был. Никому ничего плохого не хотел. Жил, как жил. И меня обжег. Ну вот и осталась я. Обожженная. Луну с неба обещал. Луну. Солнце бегает вместо луны. И все. Ты прости меня, я. Навалила на тебя своей тяжестью. Ладно. Я завтра соберусь. Я ж просто не живу, а так. Что-то во мне сгорело. Прости, пока. Пока. Выпусти меня. Да ладно, ладно. Сиди, едем. Ты только пристегнись. Я уже с тобой пристегивался. Помогло же, помогло. Я твой должник, довезу бесплатно. Выпусти, а? Да ладно. Думал, выйду, отосплюсь, отлежусь. Где там? Где серые будни? Где рутина? Где Мещанское болото? Я вас спрашиваю. Слушай, не гони так, а? Добрались, а ты боялся. Не верю. И за даром. И что, мы никого не наказали? Нет. Ну, не так, значит, страшен мент, как его мигалка. Да ладно тебе всех одной грязью мазать. Люди, они разные. Давай, до встречи. Упаси Боже. Пальцовщики, что теперь-то? А?
Встать! Подъем! Лапки в гору! Доигрался дядя! Лучше пусть лежат! Мордой вниз! Рот свой закрыл! Бучара! Он меня сейчас загасит! Конец тебе. Тебя заказали. Годило. Поверь мне, у меня выйдет. А вот и не вышло. Все. Шоу закрывается. Артисты кончились. Вот прав, Тазик, надо эмигрировать. Так, так, слушай мою команду. Ну-ка, давай. Да. Прям Бородино портрета Лермонтова. Чего? Ничего, обыщите все кругом. Ага. Шарьте, шарьте, может, сидят давай, еще давай, где. Давай, давай, давай. Доктор, верьте опытному человеку. Валить отсюда надо. Деви, Люрюк, вы что, втроем с одним справиться не могли? Их двое было. Нет тут никого. Ну и где мы их теперь искать будем? Давай, давай. А это вопрос. Не мочи моченого. Есть у меня местечко. Там перезимуем. Пс. А? Хорошо. Резче бьем. По жилету. Выше ногу. Бьем по жилету. Скорость, скорость. Соблюдаем дистанцию. Стоп, стоп! Я же говорю, соблюдаем дистанцию. Ты что, не понимаешь, что ты можешь травмировать партнера? Ну, ты чего, разлегся? Давай, хватит нюни распускать. Встал. Встал. Работаем. Работаем. Давай, работаем, работаем! Хорошо. Здрасте. Ну что ж, эту связку мы проработаем в следующий раз. А сейчас наша любимая игра. Коснись лапой! Не хочешь присоединиться? Чё? Не. Давай, снимай ботинки и присоединись. Да иди ты! Снимай ботинки. Чё дерёшься? Михаил! Вот твой партнер. Не, алло! Чё делать-то? Приветствие по-корейски, ну. Чарё!
Пять колен! О! Ну все, а теперь все по домам. Чего? Так. Ну все, все. Все, хорэ. Ну как, понравилось тебе? Ничего, прикольно размялся. Дядя Андрей, я останусь. Так, послушай. Хотел тебя попросить, чтобы не сегодня, не в ближайшие два дня ты не приходил. Давай, пообещай. Я не могу обещать. Тогда я тебя обману. А вот поэтому я и прошу. Ну? Ладно, обещаю. Ну, дуй к маме. Пока, дядя Андрей. Чао, дядя Шпиндель. Поймай. Чао. Ну, зря ты его заставил, все равно прибежит. Я знаю. Но зато будет хоть какая-то внутренняя работа, а это всегда на пользу. Пойдем-ка чайку хлебанем. Чайку? Чайку. Чайотка? Чайотка, да! Скорость и энергичность. Вот что такое тэквондо. Победить, отдавшись. Использовать силу врага в собственных целях. Это и есть основа. Чего смотришь на меня, как на убогого? Разрешите намек, доктор? Давай, намекай. Бочара, извини, Ильич. Ты стрёмный мужик такой. Ты говоришь одно, а делаешь другое. Прям как ЦК КПСС в наше время. Вот ты с пацанами хорош. Хорош, красавчик. Нет, в правильном смысле, конечно. А в жизни все наоборот. А чё ты прёшь, как танк? Ты сам говоришь, как-то у вас... Тебя толкают, ты тяни. Тебя тянут, ты толкай, да? А ты? Тебя толкают, ты толкаешься. Зачем? Так у них же там все слилось в экстазе. Переплелось все. Бандиты, менты, проверяющие. Ну что теперь, молчать, что ли? Нет, мы хорошие. Надо бороться, бороться и бороться. Ильич, а как же вот это вот использовать силу врага для достижения своей цели? Ну так... В этом их сила. Вот ты... Ты как маленький. Ты каких-то не тех книжек начитался. Их сила в чем? Все друг друга кидают, и воры, и менты, все кидают друг друга. И вот эту силу надо использовать. Понимаешь, все друг друга кидают, но никогда тот, кого кинули, не простит того, кто его кинул. Значит, что надо делать? Не знаешь, объясняю. Надо тому, кого кинули, сказать, кто его кинул. А еще у каждого есть тот, кто кроет его сверху. Так вот этому, который сверху, надо сказать, что и его тоже кинули, потому что их тоже кидают. И вот это будет самый лучший бросок через бедро. Бросок на бабки. Если понял, кивай. А? Хитро как-то все. А... Привет. Привет. Яна у себя? У себя, да. Добро. Привет. Привет. Ты чем недоволен? Не знаю. Ты стучи, наверное, теперь. Что? Ну, ты сказал, я подумал. Стучи. Присаживайся. А. Что нового? Да. Дело в том, что я утром в город ехал. Да и думаю, заеду в наше новое угодье. Ты это о чем? Я на турбазе был. И знаешь, что там? Ну? Наши двое. Зэки, опер. Да, и мальчишки там спортом занимаются. Эти вдвоем такие радостные, хоть рожу бить. Надо, чтобы ребята подъехали, ну, пока не слиняли. Черт, они за свининой поехали. А что, фермеров трясти, что ли? Бизнесмены, блин. Подъедут, займемся. Да, главное не затягивать. Значит, к тебе теперь стучаться надо. Ну, ты сам сказал? Я подумал. Короче, стучи. Лады. Буду стучать. И шутки аккуратнее шути. Понял? Понял. Все. Ты чего? Я же вроде чистый.
кабинете замначальника УВД. Я слышал твое фамилию. Чего мы? Так что по городу шастай аккуратней. Ищут тебя. А с вас ответственность никто не снимал? Так что проверьте и доложите. Так точно, господин майор. Угу. Извините, срочно. Не люблю я его. А кто его любит? Кроме контролирующих органов. Документы, видите ли, всегда в порядке. Это уже подозрительно. Он, видите ли, честный. А мы тогда где? О! Ладно, расскажи пока, что делается. Я не понимаю. Все вроде мирно, спокойно. Но это-то и нервно. Понял, Андрей Ильич. Тогда через 2 часа на том же месте. Спасибо. Все. Ну, спасибо, партнер. Пойду аккуратно прогуляюсь. А что это у тебя рожа такая какая-то не такая сделалась? Какая не такая? Ты куда на улице, а? Я тебе скажу, а ты злиться будешь. Не буду. А? Пойду до продмага пройдусь. Перед продавщицей покручусь. А чего? Может, кафешку я вытащу. Злишься? Потихоньку начинаю. А сейчас? Все издеваешься надо мной, да? Специально меня подначиваешь? Ну, в общем, да. Ну, я к продмагу. Там и увидимся. Ты что ж туда собирался? Ну, идем вместе. Как это? Что, с ума сошел? Пойдем, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем. Да пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Продмаг в той стороне. Да? Да. Ну, идем? Ну, идем. Идем, идем. Идем, идем. Войдите. Что? Странно. Да. Говорю, ребят готовы. Едем на базу? Отменяем. Как, ты же сам сказал. Отменяем пока. Звонили мне, понял? Да ничего я не понял. Ну ладно, лады. А выходить теперь чего? Тоже разрешение спрашивать? Я подумаю. Иди. Знаешь, так странно. Я вроде как-то и не нервничаю. А сейчас? И сейчас. Больно же. Здравствуй, Зоя. Здравствуй, Олимпиада. А ты чего, освободилась, да? Доработала? Да. Дальше что? Мы тут шли мимо. Я решил, может быть, сходим куда-нибудь? Вместе. Ну, в парк, я не знаю. На лодке покатаемся. Не, ну это полный швахтер. Зонька, звезда моя, даже я не ожидал. Я думал, сходим в кабак. Ты за что, в кабаке не был? Вообще давно не был. Не, ну, конечно, очень даже был и... Ну, а в парке? Когда ты был? Не помню. А пошли. Вот сама не знаю, зачем. Пошли. Да, занесло нас. Че так пусто-то? Забавно. Ну, сейчас будет сюрприз. Иваныч! Здорово, Иваныч. О, Ильич, жду тебя. Вон, первую берите. Приготовила. Ну, пойдемте. Здравствуйте. Слушай, Ильич, вот это вот
не переборщил с мировой революцией, а? Ну, не дай бог, перевернемся. Холод. Сезончик не тот, не май месяц. Страшно? А я поплыву. Ой, ну я сейчас дам Титаника. Ребят, у меня тут встречка через 5 минут. Я переговорю и к вам. Угу. Угу. Ого. Вот Тина, сидим ждем? Ты видела, звезда моя, нас как коней на переправе, а сам линяет. Да. Ты алло! Ильич! Ну? Чего боимся? Меня или воды? Да не. Ну, лады. Сейчас. Разудись, плечо! А! Из-за острова, как говорится, на стрежень. Поплыли. Здравствуй, Игорёша. Добрый день, Андрей Ильич. Что случилось? Все, достали меня. Перехожу в активную фазу. Ох. Андрей Ильич, ну как отговорить вас, а? Что сделать? Бесполезно. Бесполезно. Ну, рассказывайте, что решили предпринять? Ну, короче, меня все достали. Я решил их крепенько встряхнуть, так сказать. Пойдем, пройдемся. Пойдем. Ай, сыро, мокро, склизко. Ай, дал бык теленка. На детство потянуло. Хе, водные спецэффекты. Молчи. Чего? Не понял. Молчи, просто я здесь когда-то уже давно тоже на лодке каталась. Ага. Знаешь, сторож тот же был, только моложе. Знаешь, я тоже когда-то был помоложе, только не помню, как это. Я не помню. А вот сейчас что-то такое вспоминается. Про них в разработке вообще ничего нет. Я даже и не знаю. Разве что с самим что покрутить. Так и я про это. Ты же помнишь, сколько лет мне не давали доступа к делам? Дай ты мне хоть зацепку, крючочек какой-нибудь. Вот такая есть темка. Ну-ка. Склады бывшие потребкооперации знаете? Ну? Там так, ничего особенного, тихий бизнес, все по закону. Сидит там бухгалтер, Девушкин фамилия. Слыхали, может? Да нет. Ну, Девушкин, знаете, он и есть Девушкин. Мышь серая. Но мне-то кажется, что, скорее всего, крыса. О чем там крысит потребка операции? Да ничего, там все по закону. Сидит, якобы, дебет с кредитом подсчитывает. Но мне кажется, что все деньги вассаловские через него идут. Иди ты. Угу. Ребята пытались его прощупать. Таким так по щупалке дали. Совсем потом не лезли. Можете его потрясти, а? Ну, так и... А мы не можем. Так ты хочешь, чтобы... Ну, а что терять-то? Так а чего я могу? Взять его за сапатку и притащить в отделение? Так кто же меня там пустит туда? Да за сапатку его бери, не бери. Ну, кому он нужен, а? Ага. Вы же не поняли, это деньги. Очень большие деньги. Ой, знаете, если честно, не будь я на службе, я бы вот какую штуку своротил. Вы серьезно решили их потрепать? Да я... Так а какую штуку-то? Духовой оркестр. Чего? Где? Играет где-то тихо-тихо. А. Не слышу. У меня в голове играет. Тут когда-то раньше в парке играл духовой оркестр. А-а-а.
мороженого хочется. Сейчас подплывем, я попробую. Не надо, сейчас не продают. Просто очень хочется. У меня мама в детстве колокольчиком называла. Я хохотушкой была, не затыкалась вообще. Куда все девалось? Я же все уже старуха. Но... Ну, не надо, я все знаю. А тебя как звать? Ну, по-человечески. Знаешь, не надо. По-человечески. Ну вот, и ты туда же. Почему не надо? Мне кажется, лучше по-человечески. Ну, знаешь, девочка, привыкнуть можно. А потом опять в зону. Вот так. А вообще-то я Вася. Вася. Дурацкое имечко. Да я бы сам такое с таким наслаждением бы провернул, но... Но духу не хватит. Я все-таки на службе. А служба... Да-да-да-да. Жизнь грустная, зато зарплата смешная. Ну да. А вы? Вы можете. А чего я, пожалуй, могу? Слушай, спасибо тебе, Игорь. Знаешь, мне кажется, что ты вот... Ты последний из старых. Ну... Спасибо. Ну что, Андрей Ильич, с Богом? Ждали. Сказал, что догонишь. Я же говорил, не сезон сейчас купаться. Я тебя урою. Ты, алло, алло, алло. Не надо, не надо. Не ругайтесь, мальчики. Спасибо вам. Вы прям действительно, что во мне стронули такое давно забытое. Спасибо. Да ладно, что там? Ну нет, если говорю спасибо, значит, есть за что. И вот что, мои хорошие, приходите, я буду очень вам рада. А нам, простите, это мне или ему? А чего ты? Мальчики. Ну, какие же вы в сущности мальчики? Ну, что женщине от мужчины нужно? Чтоб с ним было не страшно, не скучно. Андрей, с тобой не страшно, но скучно. А с тобой, Вась, нет, с тобой не скучно, но страшно. Так что не обижайтесь. Расслабьтесь. Правда, приходите, я буду очень рада. Вася. Да, я Вася. А что вы там делали в лодке, Вася? Девушка, светится вся? Плыли, болтали. Оркестр слушали. Какой оркестр? Духовой. Ладно, пойдем. Дело есть. Оркестр. Деловой. Гоп, стоп, Зоя.
Да. А хочешь анекдот расскажу? О, а вот и таксон. Это... Я с ним не поеду. Я с ним не поеду. Я не... У вас что, на весь город один извозчик и тот безбашенный? Послушай, вы сейчас в пределе. Хотя башня у него действительно не на месте. Здорово. Здорово. А это что, с тобой, что ли? Нет, с тобой. Вот чувствовал я, что вы не мимо друг друга ходите. Ну, значит так. Вот стандартный набор для прослушки. Как ставить, знаешь. Поехали! Подвезу! Да не боись ты, не боись! Букашки спрятались на сравшего... О! Дверь открылась. Запел, это не к добру. Засыпемся мы с этим водилой. Я тебе точно говорю, засыпемся. Да ладно, ну не пугай ты человек. А вот скажи, вот та точила, которую ты об джип раздолбошил, она ведь ворованная была? Ты ее угнал? Угнал. Угнал. Она перекрашенная, перебитая, 5 раз перепроданная. И что? Ну что? Все знают и все молчат. Все гады знают, и как девочки юбками прикрылись, я, мол, честная. А вот вам, выкуси честная. Знаю я, какие они честные. Эту машину хотели втюхать моему другу. Вот что? Что я должен... Яма! Простите. Не, ребятушки. В этом городе один честный мент. Бык называется. Рядом со мной сидит. Есть еще один. Игореша. Помнишь, раньше вохровцы были? Ну, вооруженная охрана. Ну, как эти, в операции И. Бабуля Божия Дуванчик. Помню, помню. Вот, спасибо, хорош. Так вот, у нас за вокзалом точно такая же бабка была. Ей было, наверное, лет 140. Как же она любила пострелять, то при этом ничего не видела вообще. Ворона пернет где-нибудь, она палит. А мы там кипишнем тоже по малолетке. Ящиками у нее из-под носа тырили. Она бабах-бабах, а все же было строго, понимаешь? А уволить ее не могут. Тягают, тягают, ругают. А не уволишь, куда? Никто же не идет на эту работу-то. Походи вот так вот, с берданкой целый день, еще и оглаушить могут. Да? Послушай, ну хватит уже, а? Работаем. Может, сюда? Ша, я первый. Не смотри. Это заразно. Как ты это сделал? Руками. Ну,
ты даешь. Как учили. Сейчас вот ты все вот это вот творишь по закону, да? Пойдем уже. Хороший у тебя закон, нечего сказать. Сможешь закрыть? Нет, ты научишь. Пригодится. Опаздывает. Наруши. Не-не-не-не, я поиграюсь. Ну, гляди. Пишет что-то. Слушай, хорошо слышно. Прям класс. Слушай, мы с тобой прям как Тернер и Хуч. Мы команда. Да почему не Жиглов и Шарапов? Ну, не. Это менты. А те копы. Я что, зря, что ли, в этих ушарах сидел все это время? Ты что, раньше щелкнуть не мог? Больше знаешь, дольше сидишь. Все, тихо, слушаем. Почему задержался? Светофоров много было. Я, видишь ли, по правилам езжу. Пришлось постоять. Врать-то ты мастер. Давай. На, считай. Люблю вид денег. Успокаивает. Трепло. Не мешай. Слушай, я одно понять не могу. Купи себе счетный аппарат автоматически. Удобно и надежно. Не мешай. Так, это у нас 1,5 миллиона. Ну, на самом деле, ну что вы шефом на Сталин гоните? Ну, это ж фуфло. Посчитал деньги вручную, потом в чемодан и лично отвез администрацию в область. Есть такая штука, банковский перевод называется. Ну, смотри, вот завтра... В 11 часов утречком возьмешь ты чемодан с деньгами, сядешь просто в тачку и покатишь по лесному тракту. Без охраны. Не страшно? Ну хотя бы не лень. Вот погорим мы на простом наезде, тогда сало и одумается. Попомни мое слово. Ты что несешь, придурок? Тут я так, для проболта. Нас же никто не слышит. За проболт знаешь, что откручивает? Значит так. Я считаю, ты молчишь. Пасть разявишь, пеняй на себя. Понял? Понял. Понял. Нет, ты понял? Да понял, я понял. Все, 3 лимона. Завтра мне машину пригонишь сюда. В 11:30. Угу. Ну вот и все. Вот мы и узнали то, что ей нужно было. Да.
Вот теперь ребята попадут. И на такие бабки. Может, джип за вами послать, за даме? Ну так, на прикрышку. Уйди, накаркаешь. Сколько раз ездили, и ничего не было, и ты тут лезешь. Уйди. Ты же знаешь, не люблю. Ты не гони, не гонки. А что здесь менты делают? Какая разница, не базарь. Может, проскочим? Нет, может, областные кормятся. Выйди, разберись с ним быстро. Лейтенант Иванов, документы, пожалуйста. Ты чё, мент, не видишь, чья машина? О, ну-ка, багажничек откроем. Ты чего, мент? Мы тебя сейчас уволим и закопаем. Вот так. Тук-тук. Ну? Ну? Телефон. Бычара! Ну ты зверь, дай подержать, дай подержать. Сваливаем. Сваливаем, говорю. Слушай, я могу это все снять? Не могу, чешусь. Че, тупой, что ли? Чего? Снимай. А-а-а. Веришь? Я штаны даже надеть не смог. Как стягивают прямо все. Штаны? Я сегодня первый раз в жизни нарушил закон. Ну, я-то не первый. Улики не оставляем. Ну, поздравляю, напарник, с почином тебя. Thank you.
Открой. Че надо, мужик? Дай мобильник. За бабки? Сейчас. А ну-ка отойди. Вот сюда. На те бабки. Вот те детки. Че? Да уже ничего. Машенька, я покушал. Яблочко в руках. Солнышко, я перезвоню. Они деньги не довезли. Как? Грабанул их кто-то по дороге. Так. Говорят, что так. Так. Подожди. Ты им веришь? Черт тебя знает. Я никому не верю. Угу. Кажется, у нас проблема. Там наша доля была, сам знаешь. Думаешь, они нас таки кинули? Сало может. Достань! Где хочешь, там достань! Живыми ко мне приведи, лично. Понял. Желаю побеседовать. Понял. Иди работай! Алло. Ну что, все прошло хорошо. Что теперь? Теперь нам срочно нужна пара крайних. Каких? Сам знаешь. Мишка, ну-ка давай домой. Ну, дядя Андрей. Я кому сказал? Ну, Чарёткина! Я тебе говорил, зря ты его заставил. Я говорил, прибежит. Дай. Я тащусь, как удав по тесту. Это что? Я и кроме чего от злости. Напряги бестолковку. Нас на бабки кинули. Да нет, дружище. Не нас. Как не нас? Ой, как не у кого нас. Кукла в чемодане? А это твой чемодан, что ли? Вот теперь ты и напряги свою бестолковку. Чего я напрягать? Ну, бумага вместо бабок, а? Слушай, они везли долю крыши. Мы эту долю перехватили, получили куклу. Не думаю, чтобы они свои крыши везли бумажки. Это что? Они, значит, знали, что чемоданчик до крыши не доедет? Да вот именно. Тот, кто нарезал эту бумагу и положил в дипломат, знал, что мы перехватим его по дороге. Значит, тот, кто все эти бабки спер, не при делах, а искать будут нас. Мама дорогая. Значит, нас кинули, да еще и подставили. Двойная подстав... Даже завидно. Я бы нам сейчас не позавидовал. Слышь, Ильич, тебе когда-нибудь убивали? Два раза. И меня два. Валим. Ну, начали.
Давайте, найдите этих крюков. Гена? Да. Нет здесь никого. Ну что, двух хрюков поймать не можете? Да ищите, нету. Давайте, ищите. Нету. Сейчас на базу приедем, покажу, нету. Даст Бог. Пересечем. А это кто? Он бы начальник. Малой засыпался. Что? Ты что тут? В прятки играешь? Ну, играю! Да нет. Он спортом тут занимался. И с этим ментом разговаривал. Да? Да. А ну-ка, давайте его машину. Иди сюда! Бык! Пацан, на меня! Хочешь получить целеньким? Выходи! Поговорим! Айнаш, гляди! Да я боюсь, он тебя не слышит. Да вот чувствую я, что как раз слышит. Черт, надо вытаскивать. Слушай, ну это Мишка. Его завалят нас. Да ты не понял, ты завалят. Это нас, Мишка! Ты не поможешь, слушай! Ну что? Не выйдешь, боишься? Ну, гляди! Пацана я забираю! Вали! Его завалят! Да, ты! Тихо! Ну-ка. Везли. Я же говорил. Я же говорил тебе! Куда ты лезешь вообще, козел, а? Что ты вообще понимаешь? Тебе же никто не нужен! Ты же никого не любишь! У тебя же ни родственников, ни друзей. Один глаз фанерой заколочен. Ах ты урод! Урод! Все из-за вас, уродов! Моя жизнь! Эх ты! Дергивать надо.
Извини. Да, надо. Только из Зойки надо все рассказать. Вот этого я бы не делал. Там никто трубку не берет. Полная тишина. И что забавно, наши местные с тобой друзья изо всех сил ищут Андрея Быка. О, а это с какого перелягу? А я понятия не имею. Ну, не имеет он к этой истории никакого отношения. Или как? Да. Что-то я стал о нем забывать совсем со всей этой мутотой. Ты ему про поднос говорил или нет? Говорил. Но. Там 200 тысяч. Где он такие деньги возьмет? Он нищий. Придурок вокзальный. Слушай, как начинал, а? Ты не помнишь. Надежда управления была. Да. Я только пришел, тут такой Ферапонтов, подполковник. Большие ставки на него делал. Да. Говорил всего два слова. Он честный. Полная характеристика. Хотел посадить его вот в это кресло. Вот тебе. Я там сижу. Нет, я как представлю себе на минутку, как это мерило честности. Нам же несет взятку, а? Это же песня. Нет, как его корежило бы сверху донизу, ты его рожу эту, представляешь, честную. Как он в стенку головой бился. Я его возьму, я и в стенку головой. Кирпичную. Ты помнишь, какая у него рожа была, когда мы все это дело в унитаз слили? Это же шедевр возрождения. Да. Вряд ли он, конечно, нам эту котлету принесет. А жаль. Ну, что делать будем? Смотреть, куда ветер подует. Как говорит Сало, трудные нынче времена. Да, трудные нынче времена. Времен легких не бывает. Это все сказки для пролетариата. Чтоб верили, что у них будет свое пролетарское хорошо. А пока чтоб тихо жрали колбасу из кенгуру. Но мне почему-то хочется, чтобы нам было хорошо. Причем прямо сейчас. И вот это ты нашел у себя в кабинете. Да. Шняга не китайская, наша. Для спецов. Значит, менты? Похоже. Но кто-то им напел. Это я понимаю, что кто-то из наших. И надо найти, кто. Молчит, пацан. Партизан нашелся. Что с лицом? Шеф трубку не берет. А менты? Тоже. Говорил я тебе, зря мы с тобой всю эту кашу заладили. Глупый ты, Журов. Они стухли. Не факт, что кто-то на нас лямку тянуть будет. Кто мы для них? Сявки. Фермеров трясем. Что это, круто? Что у них у нас есть? Кроме этих двух придурочных. Вот их надо найти. Кровь из носу. А если их... Кто раньше нас найдет? А кто про них знает, кроме нас с тобой двоих? Кто? А рука? Ты думаешь, что ты плетешь? Рука меня не сдаст. А вот этих двоих надо найти на дне морском, понимаешь? И отправить на дно морское. Иди, думай. Добро. Какой-то порошок грохнул. Или мука. Что вы тут делаете? Все, магазин закрыт.
черт побери, мне кто-нибудь может сказать, что происходит? Ну, так себе происходит. Нехорошо происходит. Совсем нехорошо. Зоя. Молчи. Я просил его туда не приходить. Он даже поклялся мне. Ну? А я в курсе. А ты знаешь, что он хотел тебе сказать? Что я после катания на лодке дома петь стала. Ты стала? Стала. Допелась. Сидите тут, кататели недоделанные. Значит, Генка Финогенов там был? Да-да. Искать его в кафе с вокзалом? Да. Мне нужна машина. Срочно. Вы за мной? Да. Баба подъехала, к тебе хочет. И вот мне сейчас только баб не хватало. Да она сказала, тебя знает, Зоя. Какая Зоя? Зоя. Погоди, Зоя? Да. А ну, веди. Добро. Привет, Зоенька. Сколько лет? Здравствуй. Хотя здоровья мне сейчас тебе желать не хочется. Так, что случилось? Говорят, ты сегодня мальчишку скрал. Погоди, какого мальчишку? Ты о чем? Кинчик, давай ты со мной шутки шутить сейчас не будешь. Мне смеяться не хочется. Это мой сын. И не надо мне говорить, что ничего не было. Я тебя 100 лет знаю, я все равно не поверю. Так. Что он там делал? Спортом занимался. С тренером своим, Андреем Быком. Бывшим ментом. Нашел с кем заниматься. А с кем ему заниматься? С тобой, что ли? Ты тренер, да, спортсмен. Ты научишь. Зой, кончай, а? Ну что значит кончай? Ты понимаешь, это Сашкин сын. Ты как его называл? Ну ты же братом его называл. Ну ты что, украл сына своего брата названного? Ген, ты сколько раз он тебя спасал? Да тебе еще пацаном бошку бы пробили, если б Сашка не встревал бесконечно. Ну где благодарность-то? Ген, ты его сына где держишь? В подвале? Зой, Зой, ну все, стой, перестань. Ну почему в подвале? Сидит пацан на вилле, кормят его. Ну не ананасами, конечно, ну типа того. Ну хочешь, купим ананасы? Зой, пойми, мне нужно, чтобы мент пришел, понимаешь? И он придет, потому что честный. Но пацана отпустим. Ну, как его зовут-то, кстати? Это не твое дело. Хорошо. Хорошо, пусть будет просто пацан. Ну, Зоя, пойми, он сейчас так встрял, что я даже ради Сашки пока не могу. Но у меня у самого большие проблемы, понимаешь? А, кстати, это тебе мент сказал, что сына твоего мои взяли? А это тоже не твое дело. Значит, мент. Зоя, ты передай ему, пожалуйста. Если придет... Пацан целым останется. Подожди, значит, ты не отпустишь сына своего подельника, да? Пока не могу. Зоя! Да пошел ты! Слушай, она к нему поехала, это точно.
Скажи пацанам, чтобы за ней поехали. На чем она приехала? Да не знаю, бомчила какой-то, машина рухлядь и лошара. Пусть проследят. Я тоже съезжу без водилы. Добро. Надо пообщаться кое с кем. Добро. Смотри, кто-то. Сволочи. Ты о ком? Какая разница о ком? Поехали. Да, и вправду вполне себе сволочь. А ты о ком? Ну, все о нем. Два потом. Да, ребятушки, это мы уже едем. Будем минут через 20. Понял. Валим. Не сейчас. Через 20 минут. О. Теперь так, красотка. Все свои восклицания и мнения оставляем при себе. Что бы ни произошло. Добро? И пристегнись, солнышко. Козел старый, быстро, быстро в будку! Давай, давай, давай! Убирай его нафиг! Как дела? Где вы были? У Гены Финогенова. Раньше его звали Геня. А ты его откуда знаешь? Он был лучшим другом моего несостоявшегося мужа Сашки. Только что не отпустил его сына. Мишку моего. Вот падаль. Собака. Волчар. Короче, ему нужны вы оба. Иначе не отпустит. Да я его загрызу, урою. Помолчи, Андрей. Мы тут по дороге кое-что обсудили. Ну, давай, рассказывай. Привет. Привет, Лидуха. Заходи, уже на столе давно.
О! Братишка. Привет, братишка! Ну, садись. Сюда? Наконец-то. Ну что, поживем? Давай, давай. Я почти уверена, что Геня все организовал. Так откуда он может знать, где меня найти? Откуда он знает, что я задумал, придумал, подумал? Откуда он это все знает? А Рукавишников тебе знаком? Игорек? Ну да, это мой ученик бывший. Ученик. Он Генин, троюрный брат. Это тот, про которого ты мне пел, что он в ментуре один остался с кем-то на Вась-Вась? По улицам слона водили, потом неделю убирали. Ну-ка, ну-ка. О! Оторвись. Это дело. Отлично. Ой, ты знаешь... Я, если честно, сомневался. Но ты классно все посчитал. Наверху такой тарарам, это ж просто песня. Слушай, братишка, завтра надо слинять. Само собой. Ну как? Ну как такое возможно? Ты кому не веришь? Ты мне не веришь? Да они еще в детстве монетку кидали. Кому в менты, кому в бандиты. Мне Сашка рассказывал. Им всегда все с рук сходило. А почему я об этом не знал ничего? Почему ты ничего не сказала? А ты спрашивал? Откуда я знаю ваши расклады? Ну, упоминал его когда-то, и что? Только знаешь, братишка, нам бы нашу проблему решить с ментом. Ну и придурком этим, который к нему приявился. Ну так это просто, ну... Да? Ну, да. А вот и он, Игорёша. Какое противное имя. Здравствуй, Игорёша. Андрей Ильич, повидаться бы. Тут такое творится, такое... Слушайте, есть вещи, о которых я просто обязан вас проинформировать. Не по телефону. Понятно. Повидаемся, конечно, повидаемся. Значит так, тут дело такое. Будешь на турбазе. Сейчас я не могу. Буду на турбазе. Точно? Точно, точно. Точнее, не бывает. Ровно в 7 утра и приходи. Вечера, конечно, вечера. Хорошо, Андрей Ильич. Ну? Ну. Эти идиоты опять будут на турбазе. Да? Все, ровно в 7 вечера. Вот кретины, а. Ну, давайте, мальчики, устроить им праздник. Едем. Здравствуйте, Андрей Ильич. Здравствуйте. Попали на день милиции. Пошла. Пусть меня покрасят, мама дорогая, что я творю. А где? А где? Да на карман.
Здравствуйте, Андрей Ильич. Я чего-то не понял. Ты как сюда? Принес. Что ты принес, Андрей Ильич? А то, что ты просил. То и принес. Ты с ума сошел? Это кто с тобой? Это мой партнер, это мой партнер. Это он достал деньги. Должен видеть, что я их не зажилю. Давай, бери. Так, подожди. Убери это. Убери, нет, я не возьму. Ты в своем уме? Но я же говорил, ну ни за что в жизни не поверю, что есть такие полицейские, которые берут взятки. Верно говорю, господин капитан. Но ведь правильно же, ну не может полицейский взять взятку. Послушай, послушай. Ты обещал утрясти с секцией. Утрясай. Не может быть. Простите нас, товарищ капитан. О, или как вас там? Господин, вот. Слушай. Господа взяток не берут. Извините нас, Бога ради. Мы ошиблись дверью. Мы так больше не будем. Нет, не ошиблись. В самую ту. Давай, прячь быстрее. Простите нас. Да, ну. Извините. Нет, я не может быть. Это кошмар какой-то. Дайте валидолу. Я не верю. Это же крушение мира. Что это было? Спрашиваю, откуда это у тебя? Ну, скажи, как я могу знать, что не ты нарезал ту бумагу? Феногенов говорил вам про мой главный недостаток? А, ну да. Честный мент. Ну, допустим. А еще Феногенов, когда пришел к господину бухгалтеру, ну, вспомни. Вспомни, как он все красиво расписал. Ну, вспоминай. Куда? Когда? Без охраны? Ну? Точно. Откуда ты это знаешь? Я все-таки мент. Как думаешь, выйдет? Должен. Вышел. Вот. Бык принес. Да ты что? Неужели бешеная собака сама себя за хвост покусала? Ну, хоть что-то приятное. А что с лицом? Какая-то штука. Что-то не то. Не то. Я чувствую, что-то не так. Служба собственной безопасности. Подполковник Ярославский. Вот! А, чушь! Держи! Что?
Софи! 2 года назад здесь кино снимали, помните? Меня подрядили пиротехнику. Тут вот разные дымовые шашки, всякие. А ваш мастер откуда? А, кино про партизан было. О, да мы что, теперь партизаны? Ну-ка, дай сюда. Так, во, клевая штука. А, вот, я забыл еще вот. Валим он туда, дай. Кольцо, а, кольцо! Ложись! Они бутафорские. Патроны тоже холостые. Так. Партизанин, хэнди хох! Слушай, ну отстань, а? Ну правда. Отстань. Посмотрите, как это работает. Живее мне некогда, ребят. В смысле, а ты не с нами, что ли? А что мне с вами делать? Вы что, сами не справитесь? Все будет нормально, я звонил. Значит так, смотрите, как это работает. Значит, вот. А вот это чего? Вот это поджигать надо. Что, Журов, фамилия у тебя не та? Все журишься, журишься. Не журись, Журов, жизнь короткая, но веселая. Кто остается? Ну, вон Жора попрыгун и сизый с пацаном. С пацаном? Что нам делать с пацаном? Ну, я помню, ты обещал его отпустить. Теперь не знаю. Ладно, будем посмотреть. Все, по машинам. Погнали. Что здесь делаешь? Я? Так это, грибочки собираю. Какие грибы? Ты что, долбанулся? Такие обычные. Не балуй. Кто там? Откройте дверь, пожалуйста. Дядь, ты кто? Кирилл. Кюне. Пойдем. Алло, Зоя, это Рофа. Мишка со мной, с ним все в порядке. Куда ты собралась бежать? Никуда бежать не надо. Мы сейчас прокатимся к быку на турбазу. Дельце есть. И я привезу тебе твоего Мишку. Да нет, нет, сиди дома. Давай. Ага. Ну, поехали. Будет весело. Тень. Ладно, не боись, отобьемся. Будешь со своей мелюзгой спортом заниматься. Тебе хорошо, ты тренер, вождь. А я кто? Да какой я тренер? Так, фикция. Одна партизанщина. Да ты брось, не скажи. Видел я, как пацанов твои глаза горят. Они в тебя верят, ты вождь. Конечно, со временем они у них потухнут. А пока что они у них горят. Чего тебе еще не хватает? Не знаю. Может быть, просто всю жизнь хотел сына? Такого, как Мишку? Ну так найди себе бабу достойную. И заделай такого Мишку. Тут делок на полтинник. И будешь с ним играться в свое чирье, Кюне. Поздно уже. Вот это ты брось. Поверь мне, старому зэку, ничего и никогда не бывает поздно. Нигде и никогда. Вот я тебе прямо скажу.
вот эти вот ребята нас прямо-таки злобно гнетут. Ничего. Тихо, тихо, сядь. Сядь. Пойдем. Сядь. Это еще что такое? Сиди здесь, тихо. Все в порядке. Аккуратно. Здесь твой Мишка. Только что здесь был. Ну и семейка. Пока одну искал, второй взял и сбежал. Тихо, тихо, тихо. Тебя-то я никуда не отпущу. Бык, я к тебе! Я прикрою. За Родину! Я здесь! Не понял. Не я. На, получай, гад! Ах ты, щенок! Работает ОМОН! Отряд милиции особого назначения! Тихо, тихо, тихо! Миша! Открыл! Если кто не знает... Торопница, открываем огонь на поражение! Работайте! Товарищ полковник, ну мы пакуем? Да, давайте, пакуйте. Спецоперация. Давно готовили. Здесь никто ничего не знал. Ребята прямиком из Москвы прилетели. Но вы, ребятки, по дуре вперлись.
Я подумал, а чего мешать? С вами все как-то ускорилось. Так что я вас прощаю. Ладно, засветился я здесь хорошенько, так что уезжаю в Москву, наверное. Да, Зойка и Мишка со мной. Спасибо, братцы. Сейчас. Мальчики, родные вы мои, спасибо вам за все. Я благодаря вам дышать заново начала. Теперь, что бы ни случилось, вы мои друзья и ваш друг. Удачи. Дай Бог вам удачи. Чего? Поверил. Салютики. Вот еще история была. Ладно, потом.